Меня все время заставляли эту косичку, косичку, косичку. И у меня подруга говорит, давай посмотрим, как без нее. Ну, такими дурами, знаешь, вот быть. Я взяла эту косу, говорю, ну, давай, отрезаем. Я говорю, нет. И поняла, что ее уже не приставишь назад. Понимаешь? А ты серьезно думала, что ты сможешь ее приставить? Ну вот не сообразила, да? Машинально, да. Ты знаешь, жуть мои какая. И что, главное, была идея, что с тобой давай было? Посмотрим, да, как ну оно что было? Со мной было? Я, конечно, боялась домой вернуться. Поняла, что я плохая девочка, и осталась у подружки. Господи. Телефона не было у нее, и все переживали ужасно за меня. Ты жила у нее, пока искали. Не отросло? Нет, но я на утро пришла, говорю, что случилось? Я их так напугала, говорю, ой, такое случилось. Я говорю, да что случилось? Говори. Я говорю, я косу отрезала. Тьфу, говорит. Ну, я знала, как напугать, чтобы коса... то есть это ты сознательно так построила общение? Конечно. Чтобы это оказалось не самое страшное, что могло случиться.